Рождественская служба призвана напомнить православным о великом событии, с которого началась новая эпоха человечества – появление на свет Христа Спасителя. А краснодарские активисты в канун праздника решили напомнить прихожанам храмов о рождественских традициях и совершить экскурс в историю страны. Для этого они раздавали на входах в церкви уникальные открытки. Именно такими карточками около 100 лет назад обменивались и поздравляли друг друга в день Рождества наши предки. Открытки, которые раздавали волонтеры, современный прототип подарком. Народ действительно очень радуется, потому что именно молодежь их поздравляет, им очень приятно, так как все приходят сюда со своими мыслями, и вот такой вот замечательный презентик, так скажем, их радует, улыбается, что молодежь не остается равнодушной, что молодежь верит, приходит именно в церковь. Волонтеры раздавали сувениры в 7 храмах Краснодара. В планах организаторов и дальше поддерживать подобные начинания.